целый год готовимся, конечно, мы выбираем, они думают, они рассчитывают, кто будет. Вот сегодня, к сожалению, две девочки у нас не смогли выступить, но мы обязательно привезем им подарок, потому что они тоже готовились. Ну, мы все люди, мы все болеем, вот они у нас заболели. А так они очень готовятся, тем более, что как бы следующий-то этап Оренбург. Все стремимся к чему-то, мы ставим себе ступеньки, их преодолеваем. Не все могут туда попасть, попадают лучше. Я им объясняю, они совершенно спокойно меня понимают, что попадают лучше, значит, нужно еще к чему-то стремиться, надо работать.